У человека есть жажда веры в нечто сверхъестественное. Оно заложено в нас буквально природой. Почему люди идут в секты? Неужели не хватает возможности стать, принять какую-то традиционную религию? Ну, это опять вот такая аксиома, что в секту никто не приходит. В секту приводят через обман, через сокрытие информации, через недобросовестную рекламу. А в том-то и дело, человек, то есть если бы с самого начала сообщалось, во что человек на самом деле там верит, какие будут требования предъявляться к человеку, как он должен будет изменить свою жизнь и прочее, ну, тогда, я думаю, мало кто когда-нибудь согласился бы, потому что не идут в секты, идут за красивым обещанием, которое обещает дать много всего сразу и бесплатно, и как бы беспроблемно.